долго. Давай. Обгорел. Часами. Я тебе видос потом скину. Ты что-нибудь с ними сделаешь, как обычно? Блин, я старшка еще не отработал вторую часть. Позавчера вот катались на лодках, я там. Старшка? А что старшка? Я же только первую часть выложил. Фото, как мы до райка доехали. А. А там ты про райка, это? Потом ночью еще, потом второй день. Просто не то, что лень, некогда. Да, по-хорошему надо доделать. Я тоже, блин, сегодня поехал. Главное, забыл в регистратор вставить карту памяти. И приехал без всего. А на сколько у тебя карта памяти туда? Регистратор на 32. А сейчас у меня это другая подводная камера. Там на 16. Там в этом супер крутом качестве только на 2,5 часа. А аккумулятора всего на 2 часа хватает. Я что-то его, ты все фоткаешь, я его даже не доставал. У меня фотик новый, насколько батареи хватает, я понятия не имею. Будет у меня тест-драйв. Я вот не пойму, это в машине у них играет? Или это откуда-то из леса? Навряд ли в машине. Я тоже думаю, просто там в лесу сцена огромная. Может быть, там происходит? На берегу? Может. Там как бы такой... Вокруг дерева такой подиум сделан высокий, 1-3 метра высотой, как веранда, типа, на высоте 3 метра. Огромное кафе стоит, вход, и сам этот дискотечный диджей сидят. А у машины там у этой рыбаки. А, вот, значит, может быть, там в лесу что-то происходит. Потому что там в лесу достаточно тоже несколько сооружений будет. Интересно, что там будет на следующий выходной, потому что судя по той рекламе, которую дают, группа, там типа куча европейских диджеев, перекиров, нет, будут выступать. Ну что, получилось?